Yeah.
Академический театр танца «Жили». Основатель театра, народный артист России, профессор Владимир Захаров. Солисты, заслуженные артисты Республики Северная Осетия Алания, Анастасия Боярова, Анна Корсанова, заслуженный артист Республики Дагестан Сергей Цунцов, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Матвицкая, заслуженный артист Российской Федерации и такой репетитор Дмитрий Толмацев, лауреат Государственной премии Российской Федерации и такой репетитор Татьяна Ледовский, главный балетмейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Государственной премии правительства Российской Федерации Валентина Слыханова, директор Московского государственного академического театра танца «Жили», почетный работник культуры города Москвы Марина Куклина. Помощь всем нашим партнерам за дружбу и плодотворное сотрудничество.